Извините, батька Лукашенко не признал, извините, Осетию. Вроде бы как таможенный союз. Поэтому, наверное, иногда надо думать, помимо своих имперских амбиций. Какие-то должны быть голова включаться и что-то про экономику. Про экономику Крыма нет ничего. Крым — это всего лишь суша, часть суши, которую надо будет, в которую будет вкачиваться деньги и осваиваться. Это новая Олимпиада. Я об этом говорил уже много раз.